У студентов Мурманского арктического университета появилась возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью в специальной лаборатории механики грунтов и дорожных строительных материалов. Возможно, здесь будут учиться и выпускники транспортно-логистического класса 8-й гимназии. Это профиль, который в учреждении открыли при поддержке торгового порта. Прозвенит последний звонок и для воспитанников спортивных школ города, среди которых и скейтбордисты, участники первого областного чемпионата по этому виду спорта. Подробности в новом выпуске программы «Городские хроники». В Мурманском арктическом университете обновление. В стенах учреждения открыли лабораторию механики грунтов и дорожных строительных материалов. Новое оборудование позволит студентам кафедры строительства, энергетики и транспорта еще ближе познакомиться со спецификой будущей работы. В первую очередь, конечно же, лаборатория делается именно для студентов-строителей, причем для строителей, независимо от профиля подготовки. Мы старались создать достаточно универсальную лабораторию, которая можно было бы заниматься и наукой, и учебной деятельностью всех студентов, обучающихся по направлению подготовки строительства. Но кроме этого, и студентам других направлений там тоже может быть интересно, потому что у них тоже есть дисциплины, которые можно будет привязать к этой лаборатории. Реализовать проект получилось благодаря поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также крупнейших предприятий отрасли. К слову, таким оснащением может похвастаться не каждый вуз в нашей стране. Та лаборатория, которую сегодня открывали, является одной из тех вот капелек для создания будущих инженеров, для того, чтобы они изобретали, думали. В лаборатории представлены приборы для отбора проб, исследования образцов грунта, определения характеристик прочности и деформируемости, оборудование для выхода на местность и многое другое. Все для того, чтобы проводить комплексные испытания на соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил. Новые ГОСТы появляются, потому что более высокие требования к качеству дорог. И, естественно, все зависит от материалов. И материал, он достаточно, это вещь такая, вот, казалось бы, одна область, один регион, но в каждом карьере свой материал. И, соответственно, надо его разложить, посмотреть прочность материала, состав, лещадность, много факторов, чтобы именно выбрать то, что надо. Но главное, с помощью таких нововведений заинтересовать студентов оставаться работать на объектах Заполярья. Такие лаборатории крайне-крайне важны, да, они затратны. Спасибо большое спонсорам, что пошли помогать для того, чтобы обеспечить кадрами. Ведь в хорошем деле что нужно? Кадры, технологии, ну и деньги. И еще немножко нормативных актов, законов, которые бы устанавливали требования. Примечательно, что кафедра строительства, энергетики и транспорта развивается стремительными темпами. За последние несколько лет здесь открыли 3 лаборатории, а в скором будущем появится еще одна. А вот в 8-й гимназии открыт транспортно-логистический класс, правда, не сейчас, а еще в 2017 году. В этот раз его выпускниками стали 27 воспитанников. Всех их собрали на символической церемонии рядом с памятником «Паруса мечты». Когда мы запускали этот проект, первой нашей целью стояло привлечение молодежи, наших подрастающих поколений, да, прививание их к региону и формирование кадрового резерва на транспортные предприятия, в том числе Мурманский морской торговый порт, и предприятия региона в целом. В специализированный класс могут попасть ребята, показавшие достойные результаты на государственной итоговой аттестации по профильным предметам, таким как обществознание, информатика и физика. Нам сейчас повезло, с нашей школой взаимодействовал порт торговый Мурманский и организовывал очень много разных дополнительных занятий. Также мы выезжали на спартакиады, разные спортивные игры там проводились. Были сделаны занятия для нас по профильной математике дополнительно, также деловой английский, вот как вы уже сказали, менеджмент и транспортная логистика была. Очень интересно было изучать основы, на самом деле,
потому что в дальнейшем при поступлении в МАУ будет гораздо проще. По словам директора, в этом классе невозможно плохо учиться, ведь для ребят разработана целая развивающая программа. Более того, сами портовики постоянно следят за успехами молодых ребят, приглашают их на практику, а в будущем и на работу. Я считаю знаковым событием то, что в прошлом году в порт пришел работать первый выпускник транспортно-логистического класса. И я думаю, что это говорит о многом, что класс успешен, цели достигнуты, и поставленная задача тоже. В торжественной обстановке молодых людей поздравили с окончанием 11 класса. В сквере портовиков была организована увлекательная программа, чтобы сделать завершение школы запоминающимся. Представители порта вместе с нашими одноклассниками сажали дерево сирени на аллее выпускников. И мы подвязывали ленточки всем классам на деревьях, которые сажали выпускники прошлых лет. Также выпускники писали письмо в будущее, свои мечты и цели, как они видят себя через 5 лет. И в качестве подарка со своей стороны подготовили флешмоб. Вот и стали мы взрослей, поздравляйте нас скорей, новое идет впереди и уроки позади. Пожелаем ребятам успехов в будущем. Уверены, многие из них свяжут свою жизнь с севером. Раз! На севере развивается и скейтбординг. Правда, чтобы на высоком уровне провести первый в регионе чемпионат по этому виду спорта, организаторам пришлось пойти на хитрости. Садовый воздоходув – универсальное изобретение. Он не только чистит тротуары, но и отлично подходит для нужд уличных спортсменов. Воду мы должны убрать, чтобы, когда колесо райдера соприкасается с бетоном, оно не должно проскальзывать, и покрытие должно быть сухим. Но бетон настолько чудесный, у него такое чудесное состояние, что он моментально впитывает воду, если с нее убрать лишний уровень воды. Чемпионат такого уровня в регионе организован впервые, но приехавшие профессионалы, которые будут оценивать навыки мурманских спортсменов, уже считают, что северяне дадут фору скейтбордистам из других субъектов России, где этим экстремальным видом активности занимаются уже много лет. 3 года назад мы открыли отделение в нашей спортивной школе. Федерация по скейтбордингу Мурманской области в том году получила аккредитацию. И сейчас мы проводим чемпионат Мурманской области. На соревнованиях скейтбордистам присваивали спортивные разряды, которые позволят мурманским спортсменам выступать на всероссийском и даже международном уровнях. Старшие ребята покажут, мне кажется, много трюков, всякие бордслайды, фронтборды, крюкеты, фиблы, то есть много трюков будет. Скорость, амплитуда, стиль, все, сложность трюков, все в совокупности, в общем, доступно для судьи технического. Как правило, технические судьи в большинстве своем тоже первоклассные райдеры. Всего на первом чемпионате Мурманской области выступили 12 детей, которые готовились к нему на протяжении нескольких лет. Например, Максим Еременко занимается скейтбордингом уже 2 года. За это время парень научился различным трюкам, а некоторые приходилось оттачивать месяцами. Почему ты решил заняться скейтбордингом? Просто я очень хотел какого-нибудь экстрима, и я очень много раз видел, как взрослые люди очень красиво катаются, и я очень хотел так же. Комплекс трюков и их последовательность спортсмены выбирают сами из того, что умеют лучше всего, ведь на чемпионате нужно показать свое мастерство. Но спортивный сезон в профильных образовательных учреждениях Мурманска подходит к завершению. В Центре образования Лапландия подвели его итоги и проводили во взрослую жизнь выпускников. Выпускники спортивных школ сегодня выпускаются, но и закрывается учебно-тренировочный сезон и подведение итогов. Лучших выпускников мы будем сегодня отмечать, будем награждать, лучших тренеров-преподавателей будут награждать. Ну и, конечно, наши преподаватели – тренеры-преподаватели оставят частичку сердца в каждом своем выпускнике. Прощание – это всегда тяжело, но у мурманских тренеров нет повода для грусти. Они знают, у этой молодежи все будет хорошо, и впереди их ждет только лучшее. Целеустремленность, воля к победе. Они умеют дружить, они умеют чувствовать локоть товарища. Они командные игроки. И им это очень пригодится в жизни, когда она будет выкидывать свои вызовы. У этих ребят еще очень много соревнований впереди. И спортивных соревнований, и соревнования с самим собой на своем жизненном, профессиональном пути. И
благословляя их в этот путь, сегодня прозвучит очень много теплых слов. И мы желаем им только побед. Больших побед добился хоккеист клуба «Строитель» Алексей Лютов. Молодой человек тренируется и выступает уже 11 лет и даже получил титул лучшего защитника Мурманской области. А в этот раз ему вручили кубок лучшего спортсмена, но молодой человек добился высоких достижений не только в любимом виде спорта. В начале учебного года он был удостоен высшего знака кадетской школы. По словам Алексея, чтобы повторить его успех, нужно просто поставить себе цель. Прежде всего, целеустремление. Поставить перед собой цель, стать лучшим в своем деле и целеустремленно добиваться ее. Всего в этом году 200 юношей и девушек оканчивают обучение в спортшколах. Впервые в истории традиционного ежегодного события участниками праздника стали воспитанники школьных спортивных клубов. В Мурманске их посещают около 17 тысяч человек.